Снова приветствую всех зрителей канала Gatto Platiado. И сегодня у нас обзор. Обзор ножа торговой марки Витязь. В такой коробочке поставляется нож. Такой чехольчик. Можно вешать на ремень. Ну и, собственно, сам нож. Сам нож складной. Под названием смешным. Называется он «Крыс». Видимо, вот название видно. Видимо, название пришло от формы клинка. Форма клинка, ну, можно так образно представить, что похоже на морду крысы. И назвали его мужским именем. Крыс. Вот, что хочу сказать. Сделан он весьма неплохо. То есть, никакого люфта не наблюдается. Все, механизм отлаженно работает. Ручка. Ручка стандартная, но такое вот дерево используется здесь. Дерево твердое, достаточно приятное на ощупь. И в руке он, соответственно, очень хорошо лежит. Такой хороший уличный нож для повседневной жизни, чтобы его брать с собой. Вот есть дырочка для того, чтобы шнурок продеть и подвесить. Толщина клинка, как видите, впечатляет, поэтому можно его смело использовать вообще для всего чего угодно, потому что толщина клинка более чем достаточная. Соответственно, ручка для открывания ножа, как и для правши, так и для левой руки с двух сторон, тоже очень удобно. Сталь. Какая используется сталь? Вот название бренда торговой марки. Вот 65 на 13. Дальше. Был удивлен, что для такой достаточно невысокой стоимости для ножа это порядка 1100-1500 рублей. Еще здесь хорошо нож хорошо сбалансирован. Поэтому, если посмотреть, обычно на этом особо не зацикливаются производители на таких недорогих ножах. Сейчас попробую. Не получается. Ну вот, смотрите. Как не найти точку? Вот где-то в этой точке нож уже держится. На этой точке, соответственно, балансировка, видите, какая. Хотя клинок достаточно тяжелый здесь. Так вот спокойно находится. Но это чувствуется, когда он находится в руке, что он сбалансирован. То есть нет перекоса лезвия, как это часто бывает. Или ручки, там, если брать такие ножи, где у них задняя часть очень большая. Соответственно, для разборки, вот видите, под такую звездочку есть болты. Можно это все раскрутить, снять вот эти боковины, там почистить или не знаю, что сделать. Ну, собственно, ломаться-то тоже особо нечему. То есть механизм, который держит нож, выглядит достаточно убедительным, крепким. Впрочем, как и крепление тоже. Так что, учитывая его стоимость, я бы назвал этот нож вполне себе достойным. То есть соотношение цены, качества и как сделан нож, на мой взгляд, просто на пятерку. Вот на этом и весь обзор. Я прощаюсь со зрителями канала Gatto Platiado. Можете ставить лайки, подписывайтесь и до новых встреч!